маленький принц. С башни огромного замка смотрел на птиц. Мечтая, что однажды с ними он полетит, расправив крылья, далекие дали. И птиц просил, чтоб подождали, но не улетали без него опять. И их нетрудно понять. У птиц слишком плотный график, принц не впишет самых трафик, да ну его нафиг. А принц кричал им вслед с башни: зачем мне золото и бумажки? Зачем мне руки, зачем мне ноги, если я одинокий? Goodbye. Я такой один.